В Югре сняли часть ограничений, вызванных коронавирусом. Изменения в соответствующее постановление внесла губернатор Наталья Комарова. Теперь межмуниципальные КПП на дорогах Тюмень, Ханты-Мансийск и Сургут-Ноябрьск прекращают свою работу. Кроме того, сняли ограничения и в Сургутском районе. Здесь документ запрещал прогулки с детьми, работу детских садов и предпринимателей, которые оказывают бытовые услуги. Отмечу, что новое постановление продлевает ограничения, связанные с работой стоматологии. Сейчас врачи могут оказывать югорчанам только экстренную помощь.